Проявить себя. В Люберцах прошел открытый окружной фестиваль молодежи. На празднике творчества побывала наша съемочная группа. В восьмой раз талантливая люберецкая молодежь проявляла себя в танцах, песнях и различных мастер-классах. Юные артисты из культурных центров и музыкальных школ собрались в Наташинском парке. Девиз фестиваля «Талант, энергия, возможность». Мы хотим, чтобы творческие коллективы, молодежь наша, молодежные творческие коллективы, солисты, исполнители наши, танцоры проявили себя, показали и прежде всего познакомили со своим творчеством наших дорогих люберчан и гостей нашего города. По словам организаторов, каждый год фестиваль привлекает все большее количество участников. Молодежный клуб провел творческие мастер-классы по работе с бумагой, красками и фарфором. В этом году мы внесли такую изюминку, новинку. У нас большая площадка по граффити. Зрители, которые гуляют, ходят здесь по парку, в общем, посетители парка, вот, они имеют возможность взять баллончик с красками, попробовать что-то нарисовать свое, то есть воплотить свои фантазии на специальном покрытии. В этом году открытый молодежный фестиваль собрал более 300 участников из разных уголков округа. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.